Так, ребята, всем доброе утро. Мы уже в отеле, просыпаемся. Сейчас реально вам снимаю влог вот с утра. Поэтому себя снимать не буду. Вот так вот встаем. Любимая спит. Сегодня, знаете, будет какой влог? Позитивный. Такой на расслабоне. О, проснулись. Смотрите, я купил себе подушку. Реально купил себе подушку из латекса. Тут такие неудобные подушки. Я думаю, я миллионер или не миллионер? И купил такую вот себе удобную подушечку. Так, проснулись. Тут вот видите, все так как есть. Вот сложил сюда подушки. Выходим на балкончик. О, здесь у нас шикарный вид на залив. Пушка, да? Там уже вовсю ребята катаются. Кстати, слышите, петухи орут с утра здесь. Словно не в Таиланде, а в деревне у себя. Там катаются на яхтах, на воздушных шарах. Вот территория нашего отеля. Это центральный бассейн. Там пляж, там еще один бассейн. Сейчас буду спускаться на завтрак. Вот мои шорты сушатся. Так, здесь у нас рабочее место. Здесь у нас вот такая вот красивая ванная. Тоже с видом на залив. Душ. Ну и все. Так, хожу здесь реально, ребята, сонный. Что еще вам рассказать? А, вот купили мы такой вот сок. Сок из мангустина. Самый полезный фрукт в мире. Здесь все витамины всех фруктов. Его нужно пить вот по 10 миллиграмм каждый день. Потому что он очень концентрированный. Так, сколько стоит такой номер? Такой номер стоит $300 в сутки. Живем мы на 12 этаже. Сейчас спускаемся вниз. Покажу вам территорию отеля. Сегодня будет красивый влог. Так, мы переносимся на завтрак. Здесь у нас яйца, еще раз яйца, хот-дог, курица. Еще раз яйца. Еще раз яйца, сосиски, супец, вода, фрукты, кофе и какая-то херня, да, у любимой, диетическая. И, конечно же, красивый вид на залив. Так, после завтрака перемещаемся в центральную часть. Здесь у нас вот такой вот басик, шезлонги. Это центральный холл. Погода вообще в Таиланде, ребята, очень крутая. Очень много тут туристов из Китая. Китай близко. Вот так вот здесь у нас. Сидишь себе возле водички. Зимой вот в Паттайе, в Таиланде, ребята, очень комфортная температура. Сейчас на улице 28, но чувствуется как 20, реально. Комфортно, прохладно, ветерочек. Потому что я очень не люблю жару. Вот здесь у нас бар. Здесь шезлонги в водичке. Пушка. Идем дальше. Так, мы берем полотенечко, идем занимать шезлонг.
Вот здесь нормально. Здесь у нас вот такие вот яйца. Там у нас номера с бассейнами. Так, погнали на бар, закажем коктейль. И пойду вам покажу пляж. Так, что мне взять здесь? Давайте мохито возьму. Все, вот так вот я заказываю, видите? Показал пальцем и все. Теперь, ребята, наслаждаемся мохито. Наслаждаемся красивым видом. И, конечно же, благодарим жизнь. Так, когда лежать надоело, мы идем купаться. Залипаем минут 10 здесь, когда здесь надоедает, перемещаемся сюда. Пушка. Когда надоедает здесь, мы перемещаемся снова на бар и берем коктейль. Так, забираем нашу маргариту и идем на пляж. Так, на следующий день, ребята, когда уже надоело отдыхать в отеле, мы берем вот такую вот яхту и едем на острова. Так, когда скучно на острове, можно сходить на рыбалку. Ну что, ребята, на таком шикарном пляже сниму для вас концовку. Этот влог получился простым, легким. Такой влог на релаксе. Мотивационным получился этот влог. Под этот влог чисто сидеть и визуализировать. Не буду вас сегодня утомлять своими беседами. Огромное вам спасибо за поддержку, за просмотр. Если понравилось видео, поделитесь им с друзьями. Обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк и подпишитесь на мой канал. Да сбудутся все ваши мечты. Всех люблю, целую. Пока.